После форума для уважаемых гостей республики была проведена экскурсия по новой больнице, построенной по инициативе муфтия шейха Ахмада Афанди. Далее делегация муфтиев, религиозных деятелей, представители общественности и научной интеллигенции посетили школу имени Юсупова. Здесь они осмотрели учебные помещения образовательного учреждения и остались приятно удивлены организацией учебного процесса. Затем все направились в дом муфтия Республики Дагестан Ахмада Афанди, где им показали священные реликвии, среди которых священный волос пророка Мухаммада и точный прототип мимбара с мечети пророка. Также среди них имеется знамя имама Шамиля, покрывало с Каабы и другие реликвии. Кульминацией этой встречи стало вручение муфтиям Дагестана шейхом Ахмадом Афанди священного волоса пророка Мухаммада, главе Духовного собрания мусульман России, члену Общественной палаты Российской Федерации Альбиру Кырганову.